Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить хоррор Close to the Sun, ближе к солнцу. И в прошлой серии мы с вами познакомились с маньяком Людвигом. Ну, честно говоря, я был несколько удивлен и разочарован, потому что я думал, какая-нибудь сейчас потусторонняя баня будет. А тут выяснилось, что это какой-то шизоидный маньяк, который здесь всех режет. Где я нахожусь? У меня есть хорошая новость и плохая новость. С какой начать? Вообще всего начинать с плохих. Ладно, в общем, я думал, что ты доедешь прямо до белой лаборатории, в которой находится твоя сестра. Очевидно, этого не произошло. Хорошая новость, я точно знаю, куда тебе идти, чтобы попасть к ней. А еще я могу дать тебе это. Что ты мне можешь дать это? Свет в конце тоннеля. Свет в... Так, ладно, пойдемте. Anyway, ладно, просто иди по тоннелю, пока не доберешься до станции. Звучит довольно просто. Я пойду на свет. Ха! Отлично. Я пока налажу у себя тут кое-что. Я скоро снова свяжусь с тобой. Видишь, Пенни? Я же говорил, что она поймет. Пойду на свет, говорит. У меня состояние этого обри вызывает вопросы. Психическое состояние. Так вот, я был несколько разочарован тем, что это оказался какой-то обычный земной шизоидный маньяк, который по какой-то совершенно непонятной пока причине знает мое имя. Может быть, причинам, не знаю. Но я не помню, чтобы мы каким-то маньякам по дороге рассказывали о том, что нас зовут Роуз. Поэтому выглядит все это, мягко говоря, очень странно. Очень, конечно, хотелось узнать больше информации в жилых кварталах, но я не нашел там жетоны от входа, поэтому довольствуемся тем, что есть. Вот. Ну, туда идти нельзя, это понятно. Вот так пойдем. Ну ладно, посмотрим, куда нас это путешествие заведет в конечном счете. Со звуком ничего не могу сделать, он адски неравномерный. То орет, то не орет, непонятно. Ну вот, я вижу здесь какой-то балкон. Здесь явно прохода нет. То есть они что хотят сказать? Что нам сюда, что ли, куда-то? Давай, спускайся, Роуз. Игра очень такая, размеренная, как я говорил, как ее в народе называют, симулятор ходьбы. Ну, что поделать. Звучит действительно просто. Свет в конце тоннеля. Даже поэтично немножко. Можно так серию назвать. Свет в конце тоннеля. Да, прекрасное название для серии. Здесь мы прыгаем, да? Ага. Я что-то не то делаю. А? Я как-то упустил тот момент, в какую сторону я пошел. Так. Тут надо поймать скрипт, я так понимаю. Точно. Самостоятельности у нас нет никакой. То есть, как вы успели заметить, мы сейчас шли, надо поймать вот эту прекрасную икону. И что дальше? Как быть? Мы видим этот символ. Что дальше делать?
Это надо толкнуть. Героиня наша не умеет приседать. Он пропадает. А, это вот так. Это очень интересно, конечно. Вы думаете, я понял, как это работает? Вы слишком хорошо про меня думаете. Я не понял, как я это сделал. Ладно. Мы вернулись в начало, что ли? Подождите, надо понять. Вот здесь мы были, вот здесь был символ. А, ну все, понятно. Пойдемте. Что эти символы означают? Нет, стоп, это... Это не начало. Давайте еще раз посмотрим. Может, я здесь какой-то лаз не увидел. Так, бежим. Бежим туда. А, ну да, отсюда мы начали. Ну, пролазь давай. Все, понятно. Нам надо туда идти. Я просто немножко запутался в сторонах. Сюда мы не пройдем. Упустил этот момент и пошел не в ту сторону. Теперь мы идем вот сюда. Так. Вот. Быстро, 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 Роуз. Теперь бежим прямо. Вот. Здесь, наверное, перепрыгивать будем. Ох. Как холодно. Холодно. Спокойно, Роуз, спокойно. Ага. Вот что-то я тут вижу. Так, понятно, зачем мы сюда поднялись. Можно это делать быстрее, Роуз? Ты очень медлительная. Так, где труба? Вот труба. Очень медлительная. Все тут закрыли. Привет, труба. Ладно. Не кисло мы так потерялись чуть-чуть в пространстве. Ну ничего. Пару минут лишних намотали. Это не проблема. Что за центр управления полетом я вижу? Ну что, Роуз, ты дошла? Обри, да, я на станции. Куда дальше? Сейчас ты в технической лаборатории. Я уже перенаправил питание в секцию, в которую ты сейчас войдешь. Я взял на себя смелость перегрузить несколько нужных дверей, чтобы направить тебя в биолабораторию. Просто иди этим курсом. Но имей в виду, я не смогу сделать так со всеми дверями, так что будь внимательна. Ладно, что еще мне нужно знать об этом месте? Ну, тебе вряд ли понравится. Так что знаешь, лучше заткни нос. Бенни при жизни напах розами, но поверь мне, разлагающийся плод имеет неповторимый аромат. Согласен, Бенни? Да? Он как тюльпан смерти. Это ненормально. Ты уверен, что в порядке, Обри? Я использую оторванную луку лучшего друга, чтобы почесать себе спину. Конечно, я не в порядке. Просто продолжай двигаться через техническую лабораторию. Я скоро снова свяжусь с тобой. Ох. Ну и что вот это вот, объясните мне. Чел признается в том, что он шизоид. Да? Но он нам помогает. У меня нет желания в случае необходимости оказывать ему помощь, потому что я не знаю, кто он. Но он нам помог. Дилемма. Дилемма, друзья мои. И это очень плохо.
есть что-то, да. Монорельсовое подразделение, проверка вагона. Технологический департамент, монорельсовое подразделение. Проверка таких-то вагонов. Фрэн, какого черта? Вагоны 42, 12 и 77 в аварийном состоянии. Неполадки оборудования варьируются от потрескавшихся тормозных колодок до несовпадающих дверных петель. Ты опять начал пить? Жду тебя завтра в моем офисе в 10:30. Если ты явишься пьяным, я собственноручно утоплю тебя. Мне надоело постоянно прикрывать тебя. Артур Харрис. 42, 12, 78. Так. Здесь мы вообще, что ли, ничего не нашли еще? Ну ладно. Спускаемся, да. Давай, Роуз, спускайся. Короче, этот Обри вызывает кучу вопросов. В частности, состояние его вменяемости. Вот серьезно. Чешет себе спину рукой умершего дружбана. Что такое? Что-то с игрой было, я так и не понял. Что-то она как-то... Так. Локация загружается. Unreal Engine 5 показывает все свои прелести. Ну да. Сейчас подожду, пока загрузится локация. Что-то очень странно. Она как-то, что такое? Так. Что это? Газета The World. Возникновение грозовых штормов без дождя — вина технологии управления погоды Теслы. 7 дней грома и молнии без капли дождя. Погодные эксперты не могут объяснить феномен. Поговаривают, что в этом замешан Варден Клифф. Демонстрации под штаб-квартирой Варден Клиффа принимают насильственный оборот. Сотрудники Вандер Клиффа работают в дополнительную смену. Интересно. Но тут, наверное, что-то подключить надо. Тенджер. В смысле? Мы уже поехали? А мы не можем вернуться обратно? Я там не все посмотрел. Нет, поехали-ка обратно. Ё-моё. Игра, ты жестока. Там же наверняка что-то было. Так нельзя. Так, что у нас по заданию? Доберитесь до станции в конце тоннеля. Понятно, очередной трупешник. Tax Labs. Техническая лаборатория. 30 минут. Tesla Tower каждые 15 минут. Биолаборатория каждые 5 минут с четвертой платформы. Угу. Четвертая платформа. А мы где? Вот тут. Главная станция. Ну, я думаю, сейчас здесь этот полудурок появится. Людвиг, который пренебрег от этих призрачных видений не по себе. Насколько сильно должен пойти не так эксперимент со временем, чтобы картины прошлого стали видны в настоящем? Пренебрег золотым правилом. Сперва ознакомься с локацией, потом дергай рычаги. А я решил сделать иначе. Фьючер. Вандер Клиффа. Царство Вандер Клиффа. То есть это... Ага. Это то, на чем мы прибыли. Все закрыто. Так, с четвертой платформы, да, до биолаборатории поезда бегают. И у нас в итоге остается вот этот коридор. Мы туда и пойдем. Я думаю, сейчас этот полудурок появится. Exolig, do not enter. Evacuated trousers. The tunnels.
Эвакуация в тоннелях, через тоннели. Curse of the Empire. Интересно, да? Утечка потусторонки. Надеюсь, это не заразно, что бы оно ни было. Чем бы оно ни было. Да, тут они все уже разлагаются. Душевно так. Причем. Войдите в техническую лабораторию, чтобы найти путь к Аде. Ну там же биолаборатория, значит четвертая платформа. Войдите в техническую лабораторию, чтобы найти путь к Аде. Так, там ничего нету. Давайте вот здесь посмотрим, что тут. Stay vigilant. Оставайтесь что? Ваджилиантом, да. Но тут я вижу... Что? Лаборатория. Ну подождите пока с лабораторией. Вот, почту я вижу. Сообщение по пневмопочте. Ты можешь это исправить? Ты можешь это исправить? Очень сомневаюсь. Что здесь? Это лаборатория. Понятно, там, где нет зеленого света, там выключено. Ладно, уговорили. Так. Где тут, где мы тут? Лаборатория номер 5. А если это четвертая платформа, значит получается, что... Лаборатория номер 4, что? Так, допустим, пусть Unreal Engine сейчас дозагрузится, а то опять начнет мозги канифолить. Что происходит? Что происходит? Давайте для начала сюда зайдем. Я что-то ничего не вижу. Опа. Значит, после диверсии был введен карантин, но не смог сдержать угрозу. Хорошо, но тут слишком много трупов для одного чокнутого психопата. Мне явно не хватает деталей, чтобы сложить этот пазл. Алан, ребята из СБ не смогли взломать его. Я сказал им, что ты можешь попытаться. Я полагаю, это шифр Цезаря с заменой символов. Дай мне знать, если сможешь взломать его. Стив. Один, да, но что-то другое, видимо. А это что? Набор странных символов, которыми беспорядочно испещрена страница. Псих столько убить не мог. Конечно, нет. Но все равно это никоим образом не отменяет двух вопросов. Во-первых, как он здесь оказался? И во-вторых, почему у нас такой банальный псих? А не какая-то там потусторонняя бня, которую нам обещали. Нагоняли. В итоге маньяк. Ладно. Работали, лаборатория же. Но это про дождь. Чертеж технологии Гелиоса. Чертеж луча смерти. А, нет, это луч смерти, извините. Не хочет. Тут ничего.
Ну, шифр нам с вами, видимо, не взломать. Опыт шифровальщика из прошлой с Beast Inside нам не пригодится. Не пригодится. Тут есть еще что-то? Нет, нету ничего. Да. Что это за звуки? Закрыто. Ну, здесь, я полагаю, тоже будет закрыто. Да. Что это за символ? И почему она решила, что диверсия? Хотя да, лаборатория. Ну, давайте. Сейчас посмотрим, что это. Going, ну как все продвигается, Роузи? И что это за ужасный звук? Yeah, как раз хотела об этом поговорить. Ты можешь как-нибудь отключить генератор молнии на моем пути? Так, я вижу, в чем проблема, но... Извини, Роуз, тут мои команды не срабатывают. Чудесно, что же мне делать? То, что у тебя получается, лучше всего бежать. Только теперь придется бежать, уклоняясь от молнии. Может, есть способ подключить эту штуку отсюда? Я как раз к этому иду. На нижнем этаже находятся аварийные переключатели. Там две панели, ты увидишь их, их нужно отключить. Так ты сможешь вырубить эту хреновину. Я отключусь ненадолго, Роузи. От этого шума у Бенни разболелась голова. Так, отключите вышедшее из строя оборудование при помощи аварийных выключателей. Ладно, пойдемте. Спустимся вниз. Так, понятно. Очередная идеология, пропаганда. Спуск на второй этаж, я так полагаю, здесь же, видимо, в этой чудесной комнате. Ладно. Вот оно душевно, душевно горахает. Прям душевно в душу, от души. Туда мы не пройдем, да? О, там открыто вон. Но в зеленую дверь мы потом пойдем. Когда откручиваем электричество, потому что это небезопасно. Нас просто убьют. И непонятно, где мы резнемся, потому что здесь чекпоинты какие-то странные. Так. Это что? Вон я вижу генератор. Побежали. Что-то мы отключили. Да, пролезем. Да, пролезем. Нет, назад. Ну-ка. Надо очередность просто запомнить и все. Так, так.
быстро. Хорошо, успели. Один он остался. А, все? Мы оба вырубили. Ладно. Хорошо. Там я видел дверь. Давайте сходим туда. Лаборатория. Закрыто. Давайте поднимемся. Я не помню где, но здесь была дверь с зеленым огоньком. То есть доступ к ней был. С какой стороны мы подходили, я что-то в момент проморгал. Вот она. Все нормально. Это тоже лаборатория? А как она открылась, если мы отключили генераторы? Продолжайте двигаться через техническую лабораторию Кади. А, ну это мы обошли. Понятно. Лаборатория. Везде кишки. Ох, что это? А что именно? Откуда этот шизоид здесь появился? Его из будущего, из прошлого принесло. Я про этого маньяка. Очень много крови. 214 Withered Touch. Ну, Withered — это погода, по-моему. Я ничего не путаю. Опять какие-то духи витают. Еще кто-то. Ну, это излучатели, да, рентгеновские установки. Чертеж рентгеновской установки. Замечательно. Да, вы что-нибудь поняли? Я нет. Прекрасные физические... формулы, клейн ассембли. Это все лаборатория. Hey! Эй, стой! Stop! Кто этот человек? Персонал наверняка. Но почему он жив? Это, конечно, хорошо, что он жив, но я не понимаю, как он выжил. Я это имею в виду. Так, ну это с этого коридора, вот отсюда, вот мы вот так сюда зашли. Ясно. Тут что-нибудь есть? А у них никаких записок нет. Ясно. Ё-моё. Сколько здесь всего? Роуз, Роуз, ну пожалуйста, отзовись, Роуз. Ada. Ада. Роуз. О, oh, слава okay? богу, как ты? Я нормально. Что произошло? Я очень беспокоилась. Мои передачи глушились, но я нашла способ, как обойти это. Надо полагать, тебе тоже запер Тесла? Да, но я выбралась. Я практически в биолаборатории. Ты еще там, да? Постой, ты что, смогла выбраться из изоляции? Но как? Мне помог Обри, помнишь, я рассказывала? Он тоже заперт, а еще он спас мне жизнь, так что мы должны помочь ему выбраться, я обещала. Конечно, конечно, поможем. Но сперва мои исследования. В них ключ ко всему. Прекрасно. Тебе удалось достать вторую половину? Нет, она находится в театре. Встретимся прямо, попадешь в операционную. Из всех мест. Ада? Ты пропадаешь. Ада? Ада? Роуз? Меня знаете, какой вопрос интересует? Интересует. Вот дрянь. Если этот Обри помог нам выбраться, что ему мешает вытащить самого себя? Я низко не понимаю это. Ага. То есть вот так.
У нас блокировочка. А там закрыто, да? Ну давайте перестрахуемся на всякий случай. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Вы только на это посмотрите, друзья. Вот только на это посмотрите. Не, ну для одного маньяка это, конечно, перебор. Один, какой бы он шизоидный не был, ему это не под силу. Один человек, я думаю, что они бы все равно его одолели. Ужас. Что за звук? Кстати, какой здесь вонь. Кстати, кишки. Пневмопочта. Что это за звуки? Ужас. Я так понимаю, их за раз всех положили. Скорее всего. Да, просто за раз. Код вести. Ладно. Quarantine door. Quarantine. Ладно, пойдемте. Где-нибудь код найдем. Ужас. Просто ужас. Масштабы трагедии представить себе сложно, даже увидев. Фу, какая мерзость. Отражение, что ли? Мужской туалет? Кот будет в мужском туалете? Ну, давайте посмотрим. Так, то что-то царапалось, что ли? Ну, что-то как-то странно. Закрыто. У них тут свои боксерские чемпионаты, что ли, проходили? Так, а вот тут уже много крови, поэтому... I'm sorry, мне жаль. А что у него? У него на шее, видите, что-то? Вот здесь, вот кругляш какой-то. Последняя заметка Алана. Никто не должен садиться и покидать судно. Таковы правила. Соблюдать карантин, пока не подоспеет помощь. Таково было такое было распоряжение, все умерли из-за него. Я сдержал код в тайне, когда Софи просилась покинуть корабль в первый день. Я держал код в тайне, когда профессор Сантос требовал войти на второй день. Я держал код в тайне, когда аномалия всех убила на третий день. Достаточно, больше никаких секретов. 32-122. Кто бы ни нашел его, я желаю тебе прожить жизнь и умереть в отведенный срок далеко отсюда. 32-122. Я сохраню это для тебя. 32-122. Ну, хорошо. 32-122. Так. 32-122. А, ну я неправильно сделал, да. 32-122.
Игра. Как мне этот Unreal Engine надоел уже. Как он мне надоел уже. Секунду. Друзья, отвлекся. Я вернулся. Погнали дальше. Что тут у нас? Wither of Touch. Что это такое? BH? Так. Так. Сейчас будем фоткать это. Изучить. Расшифрованное письмо. Странные символы, за которыми следует фраза «Они не знают о твоем присутствии». Сейчас мы это сфотографируем на всякий случай. Да, так будет лучше. Давайте. Вот это сфотографируем. И... тут это есть? Нет, и вот это сфотографирую тоже я. Авось понадобится. Пренебрегать не будем. Так, продолжаем. А, тут еще вот. Ну, я думаю, вряд ли это все фотографировать надо. Что это? Dot S. Давайте вот это сфотографируем. Чё? Тоже может понадобиться. Так. И вот это. Там это есть BH? Может, там было, я не помню, короче. Сфоткаем. Все, фоткаем. Нотариально заверенные фотографии будем с собой на прохождение таскать. Так. Зашифрованное сообщение, содержащее странные символы. Угу. Здесь то же самое. Неотправленное сообщение по пневмопочте. Куда? Стив Бьюз, техлаборатория 5, из Алан Тугнер, техлаборатория 7. Стив, я получил частичные полные расшифровки. Затевается что-то серьезное. У Эдисона здесь есть действующие агенты. Я храню чистовые копии в своем сейфе. Встретиться со мной, как только прочтешь это. Извести мистера Т. Думаю, ему стоит взглянуть. Интересно. Кто-то расшифровал тайный код Эдисона. Интересно, Тесла знал, что у него на борту завелся крот? Знал. С учетом того, какой Тесла подозрительный, я не удивлюсь, что знал. И пытался таким образом выявить его. У всех местных тёлочек абсолютно одинаковые обувь. Ё-моё. Так, ладно. Хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту. Документы мы не все нашли. Где их искать, фиг знает. Фиг знает. Ладно. Ой-о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 й. Так, идем дальше. Чё тут? Тут ничего. О-о-о. Технология, так. Установка для управления землетрясениями. Но я хочу сказать, ребята, не мелочились. Нет. Установка для управления землетрясениями. Кто бы еще что в этом понимал? В этих прекрасных формулах. А
А этот шкафчик мы подвинуть, я так понимаю, не можем, да? Да, не можем. Опять сумасшествие какое-то. Ёлки-палки, как меня заманал этот Unreal Engine со своей крайней нестабильностью. Вот здесь чувак пробегал. Прекрасно, путь отрезан. Один вариант вот сюда. Что это за синева? Газ какой-то, что ли? Тут что? Лекционный зал? Так, ребяточки тут занимались. Изучали что-то. Чертеж молниеприемного устройства. Молниеприемное устройство. Какая прелесть. Это его им показывали? Да. Шано? Мне кажется, не только оно. Ну-ка. Не, не только оно. Это, видимо, их изобретение. Которые здесь были. Ну-ка. То есть получается, что мы обошли коридор, что ли? Наверное, эта голубая дымка и стала причиной карантина. Потусторонка, или как она там ее называют? Интересно. Очень интересно. Дайк Ацесс, это доступ на палубу. Ну, дымка это выглядит очень так умиротворяюще, я вам хочу сказать. Такая спокойная, ненавязчивая. Какая прелесть, она вот эти трубы воротит. Роуз, чем ты занималась? Ты... Беги. Стой, прошу, не оставляй меня. Видали? Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста. А, вот это уже. Пошли отсюда. А я и бегу, я уже понял, что улепетывать надо. От этой ереси. Вижу свет. Так. А кто мне открывает дверь? Мне очень интересно это знать. Ох ты, еще чуть-чуть и... Что это за чертовщина? Это моя дорогая одна из темпоральных аномалий. Это имеет отношение ко времени? Ничего не понимаю. Представь, что время — это биологическая система. Эти штуки просто антитела, борющиеся с проблемой, то есть с нами. Но откуда ты узнал? Как ты узнал, что нужно закрыть дверь? Ну, они не такие уж неуловимые. Куда движется потусторонняя энергия, туда движутся и они. Не так уж и сложно следить, если понимать, что делаешь. Ты уже в третий раз спасаешь меня. Спасибо, Обри. Так что, ты знаешь, где в биолаборатории заперта твоя сестра? Ого. Она в операционной. Я уже близко? Да, рядом, рядом. Я открываю все двери, как я могу, чтобы пропустить тебя туда. Там перед операционной находится смотровая комната. Ты оттуда ты сможешь ее увидеть. В общем, иди поздоровайся с сестрой. Дорога открыта. Я так и сделаю, Обри. Еще раз спасибо. Мы с вами видели нечто. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на YouTube, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч, всем пока.